Печальную картину возгорания своего же автомобиля заснял один из жителей Ноябрьска. Это произошло в конце прошлой недели. На 6-м километре автотрассы Ноябрьск-Вангапуровске около 8:30 утра на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании. От чего могла загореться машина, водитель не знает. Ясно одно, после того, как из-под капота резко пошел дым, водителю и его пассажирам пришлось незамедлительно покинуть салон. В машине остались документы и деньги. Пожарные приехали буквально через пару минут, однако тушить уже было нечего.